Минуэт подыгрался венский вальс. Всего более 20 старинных танцев сегодня исполнили старшеклассники 70-й школы Тюмени. Там прошел бал в честь предстоящего дня Татьяны. Для учениц с этим именем устроили танцевальный конкурс «Дамы и кавалеры». Это ученики и учителя заранее разучивали движения танцев, популярных в 19 веке. Все, что оттачивали в течение года, сегодня исполнили для родителей. Традиция проводить такие балы появилась во многих общеобразовательных учреждениях области. Одними из первых бал начали танцевать в Тобольской гимназии имени Лицмана, а также в 15-й школе Тюмени. Танцы мы уже знаем. Ну, у нас бал не первый раз проводится, и, наверное, класса с 6-го мы уже знаем эти танцы. Бал – это действительно очень большое событие для любой девушки, как раньше, так и сейчас. И подготовка к нему всегда полным ходом. Когда ты наконец-то выходишь в свет, ты чувствуешь себя настоящей светской дамой.